Добрый день, всем здравствуйте. Наша машинка накрутила очередных 7-8 тысяч километров, и ей пора заменить масло. Сейчас этим Димка и займется, а я буду оператором держать камеру, как говорится. Ну что, приступаем. И снова меняю масло. Вот такое вот оно стекло слилось. Ну, поработало масло, хорошо работает, чистит. И есть у меня для вас один маленький лайфхак, который лично меня, очень приятно удивил. Я сюда. Итак, ребят, все знаете, что в нашей машине должно быть залито синтетическое масло вязкостью 5W30. Также я заливал масло 5.40, лучше базару нет, но 5.30 в моих магазинах в моем городе стоит необоснованно дорого, понимаете? И было найдено решение. Решение выглядит вот таким вот образом. Как можете видеть, вот оригинал, для проверки оригинальности проверял, все сходится, все работает. Масло, заказанное на нашем любимом российском Wildberries. Ребят, на сегодняшний день в моем городе в магазине эта баклажка стоит за 5700 деревянных. С Wildberries она мне пришла за 1800. Представляете, какая накрутка у наших продавцов? Это просто вот умереть не встать, извините за выражение. В общем, как видите, 5W30 Full Synthetic. А здесь рекомендуют использовать масло 5W30. Короче, наливаем сюда то, что здесь должно быть. И при этом фирма Castrol, ну, не Филькина грамота. Поехали. Понеслась. Лапоньки. Заливаем. Ну, всю канистру я не буду показывать, как заливаю, извините. Ну вот, маслице я залил. Замену масляного фильтра я не стал показывать специально, чтобы больше не было разногласий в комментариях. Поменял. Все, помененный масляный фильтр, залито новое масло. Ну а теперь, ну чисто по традиции, ребят, ну как без этого? Вы все прекрасно знаете, что наш дед-реаниматор плохого не посоветует. Поэтому, ребят, совсем недавно также у меня в коробке подошел период менять масло. Извините, этого я вообще не снимал, не показывал. Фильтр масла в коробке поменены, но вот витаминочка туда еще не добавлялась. Только что у вас на глазах я залил маслица 5.30 и хочу добавить для двигателя внутреннего сгорания вот эту замечательную витаминку. А вот этот большой пузыречек у нас приготовлен в данной ситуации, в моем случае, для добавки в гидроусилитель руля. Добавка в масло автореаниматор ДВС – альтернатива капитальному ремонту двигателя легковых автомобилей. Является альтернативой дорогостоящего ремонта, к которому двигатель приговорили мастера автосервисов. Данный пузырек рассчитан для двигателей легковых автомобилей объемом до 5 литров. Итак, перед применением обязательно надо помаракасить, тряхнуть рабочий компонент, саму витаминку, и потом уже будем заливать. Данный пузырек для автоматических коробок переключения передач, которые работают на гидротрансформаторе для старых автоматов, поднимает им жизнь. Итак, каждый пузырек имеет свой оттенок, потому что носитель для активного вещества в данном случае является именно масло для коробок передач автоматов, да. Dextron 3. Вот он, Dextron 3, он красный есть. Выливаем полный тюбик туда. Мы года два назад делали сразу замену для коробки автомата уже этого штуки. Два года проездили, пролетели уже до хрена километров. Да. Вот уже пришло время, заменили фильтр. Угу. И меняем теперь полностью все масло и заодно заливаем, да, новую порцию витаминки. Вот так будет правильно. Это витаминки для мотора. Итак, следующая порция у нас для двигателя внутреннего сгорания. Вот это у нас на объемы масла до 5 литров, по-моему, идет. Именно по маслу в мотор. По маслу, по объему масла, да. Масло мы через каждые 7-8 тысяч километров делаем замену масла, и с каждой замены мы добавляем туда вот эту витаминку от Рутека. Это уже традиция, это я уже неоднократно вам показывал. Хоть дешевое масло со светофора, хоть вот Castrol оригинальный, я витаминку добавлю, хуже она не сделает. Ну все, убираем все эти вороночки, шлангочки, закрыли пробочку. И еще одну добавочку одновременно сейчас сразу сделаем. У нас, ребята, дождик пошел и небо светлое. В связи с тем, что я поменял масло в коробке, я купил много Dextron 3, а в мой гур льется тот же самый Dextron 3. И я, соответственно, полностью слил всю жижу из гура и налил туда новую. Ну вот, сейчас еще
одновременно и в ГУР добавим. В прошлый раз мы меняли в ГУРе примерно 2 года назад, когда только-только познакомились с компанией «Рутек». Ну, к нам приезжал представитель от компании, и мы вместе с ним, он нам делал как бы учебный класс, как это делать, как это наливать. В общем, ролик у нас есть на канале, но это было уже 2 года назад. Пора бы поменять уже и здесь, а время пришло. В системе ГУРа приблизительно литр. Концентрат добавляется из расчета 5 кубиков на литр масла. Мастер-концентрат, набираем 5 кубиков. Вот так. Да. Вот он. Вот. И отправляем туда. Ну все, заводим машинку и тарахтим с полчасика, дабы разогнать нашу витаминку по всем 3 масляным системам. Ну и так, ребят. Жидкости все позалиты, моторчик у нас стоял, потарахтел. Обходить, показывать выхлопные трубы, изменения шумов и все, я сейчас просто не буду. 2-й год машина работает на этих всех добавках, поэтому именно сейчас, после добавки новой порции, этого вау-эффекта, вау, как она поперла, как она поехала и как она замолчала, этого не будет. Но мы заливаем эти добавки для пролонгации действия этого восстанавливающего. Для продления полученного результата. Да, для продления полученного результата. Двигатель от этого не восстанавливается, но продлевается его моторесурс. Это хорошо. И старичка молодого он не сделает, но этот период бодрствования, да, вполне мотор себе может продлить и на полгода, и на год, и на два. Так что, ребят, 2-й год эта машина у нас работает при помощи этих добавок. Пробег уже я забыл какой, до хрена чего-то там получается. Мы вам показывали, ездили и на моря, и с морей, и по городам, и кругом мотались. Машина работает, нормально все это получается. Поэтому рекомендую. Заходите на Озон, смотрите мои вот эти пузыречки. И так же самое на официальном сайте самого Рутека тоже можно приобретать эту продукцию. Ссылочки, естественно, будут в описании под роликом. Ну а на этом все. Берегите, ухаживайте за своими машинами. Всем мирного неба за головой. Хорошего здоровья. Ну и всем пока. Добавки в моторные масла и другие смаж-материалы от фирмы «Рутек» повышают надежность эксплуатации и увеличивают ресурс двигателя и узлов трансмиссии, существенно снижают затраты на обслуживание автомобиля и являются самыми применяемыми в российском автоспорте добавками для повышения надежности двигателя. Добавки в моторные масла и другие смазочные материалы от фирмы «Рутек» выпускаются с 2002 года.